Ребята, всем здравствуйте, с вами я, Андрей Сухин, добро пожаловать на мой новый видеоролик и запись. Я-то, друзья, и забыл, у нас новогодние ивенты начались, и взял я прицеп новогодний, но он специально выдается из World Tracks через сайт, вот, и также покрасил свой DAF по новогоднему. Груз называется «Подарки». Едем из Луги до Пскова. И вам приятного просмотра. Вот я внутри запустил DAF, сниму с ручника и поехали. Шторка новогодняя. И также снежинка вот такая новогодняя и красивая. И да, друзья, впервые я выполняю ивент, ну хотя я его и еще в том году тоже снимал, да, но тогда снега не было. Ну а теперь у нас в ЕТС 2 и зима, и снег, и настроение как... Хорошее настроение. Вдвойне, а либо втройне даже. Вот. И выехал из базы я. Так. Слева машинка. Еще одна. Две маленьких. И поехали. Выехал из базы. И поехали. Так, тут у нас кольцевое значение, нас пропустили, ушли направо, затем налево. И да, ошибся я. Ладно, поехали, развернемся мы. Мы-то едем из Луги в Псков. А я ошибся, хотел уйти сразу направо и, как обычно, там в СПБ ехать. Но нет, надо немножко было влево, а потом прямо. Но я ошибся. Тут у нас кольцевое, тут мы развернемся и поехали. Да, ошибся. Но при этом, друзья, буквально, вот буквально хотел записать рейсик, да, там куда-либо съездить и прокатиться. Но вспомнил, что подходят, либо уже выполняют, видимо, наверное, игроки новогодний ивент, они проходят, проходить. И я сразу перестал рейсик там какой-то записывать, да, вот. Ну и думаю, вот, надо, вижу, и новогодний ивент проходить, так думаю. Андрюша, ты же забыл. И да, проходим новогодний ивент. Ух, а смотрится-то, друзья, неплохо. И также, друзья, как вы заметили, да, у меня на DAF-е типа такие, знаете, огоньки, типа как гирлянды, может быть. Это я еще с того года я проходил
ивент, и я получил вот такую гирляндочку красивую на Дав, ну, а либо на Сканию и на Реноте, а либо вообще на любые грузовики и дефолтные. Вот. И смотрится класс. Ух, класс, класс. Так, тут прямо. Поехали. Здесь налево нам. И поехали. Здесь направо. И вот тут припаркуюсь, ставлю на ручник, заглушу дав и двигатель. Хотя не смотрится. Давайте вот так, друзья, оставлю. И красиво. Вай. По-новогоднему все. Но хотя прицепы уже другие. Вот. Но красиво. Ай, радости. Ух, много как. Ладно, друзья, привез груз, подарочки. Так он и называется. Вот. И также я еще только начал проходить. Вот. Ну и буду проходить. Вот. Но уже без записи. Вот. Ну и еще услышимся. И пока. Лайк, колокольчик, подписываемся, коммент. И пока-пока. И с наступающим вас всех.